Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви своей печаль. Из дождя скуки тусклый свет, и вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет, угас чудесный яркий день. Мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок, болтовня, игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует меня. Поблекли нежные тона, исчезла высь и глубина, и четких линий больше нет. Вот безразличия портрет. Глаза в глаза любовь сидит, а я не весел, не сердит. Бесцветность вновь земной молчанием делится со мной. Добрые черты, моя любовь умрет во мне. И капли грустного дождя струиться будут по стеклу. Моя любовь неслышно плачет, уходя. И радугу прошедших дней застелит пыль грядущих лет, и также потеряет цвет воспоминания о ней. Рисунок тает на стекле, его спасти надежды нет. Но как же мне раскрасить вновь цвет радости мою любовь? А может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный рисует цвет, живет художник и поэт. Виталик с Евой уснули, и это мое время. Мое время личное, я не могу уснуть, мне так жалко спать, и я ложусь, как всегда, поздно. И вчера учила, пыталась учить песню, но это тоже как бы, я не рассматриваю как способ изучения английского, учить песни и петь их. Никогда и не считала, что это способ хороший, потому что ты все равно как-то неестественно тянешь эти звуки, но все равно ты как бы интонацию не слышишь, как это в жизни говорится. Ну, я так считаю, это мое мнение. Вот. Ну, просто мне захотелось выучить песню «I'm still loving you». И вот я с таким удовольствием вообще люблю Scorpions и вот эту песню. И вчера учила, и она так красиво звучит, и музыка такая здоровская. С такое удовольствие получила. Какое интересное здание. Всем привет! Пришла посылочка с iHerb. Я уже говорила, что там должно прийти лецитин,
коллаген и еще кое-что. Сейчас посмотрим, будет распаковка. Как тут все упаковали, покажу. И покажу, что заказала в этот раз. Девочка захотела. Можно, говорит, я открою? Давай. Пробую. Наверное, вот так надо. Да. Это уже надо разрезать. Не режется. Так, а вот почему-то дырочка. Вот. Опа, оп. Молодец. И... И с этой стороны. Осторожно только, просто надрезай, не рви. Вот так все. Вот как все упаковали с этой вот с подушечкой, с воздушной. Я такое люблю. Ого! Я, конечно, думала, что они большие, но не настолько же. Мама дорогая. Это же кошмар. Я сейчас покажу мою руку. Так насколько он больше. Причем у меня рука не маленькая, я вам говорила уже, у меня длинные пальцы. Это, представьте, так в такую жару мы оттекаем конкретно. Жара стоит. Вот лецитин в гранулах. Ничего себе, сколько же здесь? 720 грамм. Это почти килограмм лецитина в гранулах. Сейчас посмотрим, как он там внутри выглядит. Все ссылки внизу оставлю. Кто давно интересовался, можете заказать с моей дополнительной ссылки, с этой скидкой по моей ссылке. Сможете это сделать. И вам хорошо, повторюсь, и нам хорошо тоже. Скидка будет. Держи, Евочка, я хочу показать внутри. Ничего себе, какая громадная банка. Так я не знаю, на ядерную зиму хватит, наверное. Держи, держи, Евочка. Сейчас хочу внутри показать. Интересно, что это. Вау! Вау, да. Вот она в гранулах. Видите, там ее ложками нужно. То есть не в таблетках. Говорят, что вот это... Я почему заказала именно так? По отзывам смотрела. И на сайтах смотрела, что все-таки усвояемость вот такого продукта гораздо лучше, чем в таблетках. Попробовала заказать. И хорошие отзывы. Я почитала там. Ну, как пахнет. Ну, пахнет так себе. Но и не противно. Видимо, без всяких лишних там ароматизаторов. Это тоже хорошо. А это вот, смотрите, тоже не маленькая банка. Большая, да? Огромная. Коллаген. Сейчас посмотрим. Коллагенчик. Сможешь открыть? Думаю, да. О, вот этот даже лучше открылся. Здесь тоже, видите, в порошке он идет. Не в таблетках. А, все, оставь так. Спасибо, Ева. В порошочке. То есть я все исследовала, посмотрела, какой все-таки лучше для усвояемости организмом. И, в общем, заказала в этот раз вот такой вот коллаген. Не в таблетках. И вот такой вот лецитин тоже не в таблетках, а в гранулах. А, вот еще. Забыла. Вот это заказала. Еще заказала вот такой вот такой препарат. Ну, написано Black... У меня от этого, от лецитина крошки осталось. Black Walnut. Это черный грецкий орех. По-моему, так называется. В общем, он от всяких там микроорганизмов в организме. В общем, попросту от глистов всяких там. Но это как профилактика. И тоже по отзывам почитала. Очень хорошая. И мне до этого... Кто-то тоже рекомендовал, что время от времени нужно все-таки производить какую-то чистку. Вот. И попробуем. Тут в капельках он капать, по-моему, на что-то нужно. Почитать нужно. Тоже ссылка будет под видео. Вы можете пройти, почитать про этот препарат. Может быть, в интернете найти информацию про вот этот вот черный орех. Вот такая посылка к нам пришла. Оставлю все ссылки под видео. Будем принимать. Я уже повторюсь, мы уже начали принимать коллаген. Я очень довольна тем, как он влияет на организм. Мне очень нравится ощущение после него, как я себя чувствую. Все, всем пока-пока. Пока. Бай-бай. Бай. То, что мне там пришло? Мне пришли вот кто. Мой миленький.
котятки и моя милая собачка. Ой, уснула.